Среди проблемных точек, нуждающихся в решении, было обозначено наращивание тела пляжа, недопустимость установки лежаков вплоть до уреза воды и гонок квадроциклов по дюнам, борьба с несанкционированной торговлей. Сергей Сергеев призвал всех решать данные проблемы сообща, так как от этого зависит успех Анапы как курорта. Также глава заявил о важности обеспечения безопасности. Я еще раз хочу, пользуясь случаем, призвать руководителей здравоохранения не экономить на безопасности и принять исчерпывающие меры к обеспечению, в том числе и установлению видеообзора и интеграции его в нашу систему безопасного города, потому что от этого зависит безопасность нахождения. Сделано то, чего нельзя пощупать руками, увидеть глазами, потому что тот же коллектор, он находится под землей. Те же водоводы находятся под землей. Сегодня, если то, что мы запланировали, будет завершено именно по водоканализационному комплексу, то мы обеспечим, а я уверен, что будет завершено где-то в середине мая, мы обеспечим полностью водой и станицу Благовещенскую, и в период курортного сезона. И у нас будет самое главное, два ввода в город, и в спальные микрорайоны в том числе.